Если будет позитивный посыл руководителя Китая по отношению к Татарстану, это опять наши конкурентные возможности дальше работать во благо российско-китайских отношений. И то, что такое количество стран представлено на высшем уровне, включая Китай, конечно, включая Россию, это говорит о том, что страны видят в БРИКС большое будущее. Конечно, все объединены идеи Китая с точки зрения развития одного пояса, одного пути, возрождения тех экономических связей, которые существовали исторически, но и создания огромного количества новых экономических проектов в логистической сфере, в торговой, инвестиционной сфере. I am very much looking forward to the speech by the Chinese President Xi Jinping. I think that his speech will be very inspiring and will employ some of the Chinese wisdom.